Обязательно ребенку понадобится вот такое вот ведро. То есть вы изначально, когда начнете его приучать месяцев с 8-9 уже к порядку, будете показывать, как вы складываете различные кубики. Можете это бросанием делать. То есть вы бросаете, раздается звук, ребенку нравится. Вот. То есть в форме игры, пожалуйста. Начинайте вот с таких маленьких объемов собирать игрушки. И вот. Получите результат, я думаю, в скором времени.